碰碰不到星辰，只留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生来不及追问，重逢还会否有可能，为你留一盏灯。Ты в порядке? Ты не ранен? Я в порядке. У тебя кровь. Сюйнянь, знаешь, чего я больше всего боюсь? Боюсь потерять время. Ты уже давно мне нравишься. Я потратил много времени. Я хочу быть рядом с тобой. Сюйнянь, я готов отдать тебе всю свою жизнь. Ты только моя. Ты даришь мне кольцо после спасения? Сюйнянь, выходи за меня. Какая жалость. Нам почти удалось избавиться от Гуминьяна. Не ожидал, что эта чокнутая попробует убить Гуминьяна. Но теперь точно ясно. Сюйнянь – его слабость. Нельзя терять время. Пора действовать. Красиво. У меня серьезная проблема. А? Ты так красиво в этом свадебном платье, что я не хочу никому показывать. Противный. Тут люди. Вуаль надо поправить. Я поправлю. Кровь. Гуминьян! Ненавижу тебя! Ты снова напугал меня! Зачем ты так? Хотел бы я устроить свадьбу прямо сейчас.
Иду. Зачем ты здесь? Женщина — главное украшение дома. Что тебе надо? Ты такая грубая, как и Миньян. Тебе надо называть меня дядей. Я буду обращаться к тебе так же, как и Миньян. Истинные брат и сестра. Такой же характер. Зачем ты пришел? Присядь. Ознакомься с этим отчетом. А я тебе все объясню. Это отчет ДНК-теста тебя и дедушки Гу. Прочти, что там написано. Вероятность родственных отношений 99%. То есть, ты часть семьи Гу, дочь моего брата Гу Хуанзе. Что за бред здесь написан? Почему я должна верить тебе? Я знаю. Ты не захочешь поверить в то, что я тебе скажу. Но у меня есть еще доказательства. Знаешь эту женщину? Это твоя мама. А рядом с ней Гу Хуанзе. Они тогда были влюблены. Жаль, что наш старик был против их отношений. И вскоре твоя мать вышла замуж за Сюйтао и родила тебя. После свадьбы они на время потеряли связь, а 10 лет назад снова встретились. Я послал людей следить за братом. Он сфотографировал его с Сун Юйджи. Я лучше всех знаю, что было между ними. Сун Юйджи добровольно запятнала свою репутацию. Мама... точно невиновна. Я правда дочь Гу Хуанзе? Это грех, Сун Юйджи. Но мне жаль тебя. Ты на самом деле влюбилась в своего сводного брата. Но, к счастью, узнала это до свадьбы. Иначе после вашей с Миньяном свадьбы это стало бы настоящей трагедией. Сюнянь. Миньян, я хочу поговорить с тобой. Приходи и узнаешь о чем. Жду тебя дома. Что случилось? Папа, прошу, скажи мне, я твоя родная дочь? Да что случилось-то? Почему ты такое спрашиваешь? Это дело очень важно для меня. Прошу тебя, расскажи мне все, что знаешь. Ладно? Хорошо. Расскажу тебе. Но узнав правду, тебе будет очень нелегко.